Обмен чрезвычайно резкими заявлениями между генеральным секретарем ООН и премьер-министром Израиля. Поводом для дипломатического столкновения стало строительство новых еврейских поселений. Израильское правительство накануне утвердило очередной план, и это вызвало резкую реакцию в ООН. Продолжение строительства на этих территориях является оскорблением палестинского народа и международного сообщества. Я глубоко обеспокоен сообщениями, что правительство Израиля утвердило планы строительства более 150 новых домов в незаконных поселениях на оккупированном западном берегу. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не замедлил с ответом не менее резким, обвиняющим ООН в односторонней позиции, играющей на руку палестинским террористам. Слова генерального секретаря только поощряют терроризм, а для терроризма нет оправданий. И точка. Палестинские убийцы не хотят строить собственное государство, они хотят уничтожить наше, причем говорят об этом открыто. ООН давно потеряла свой нейтралитет, и эти слова генерального секретаря никоим образом не улучшают ситуацию. Строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана является ключевым камнем преткновения для палестино-израильского мирного процесса. Все новые проекты подобного рода неоднократно становились причиной срыва мирных переговоров.